чем позднее, потому что здесь вообще драка возникает. И, честно говоря, пока не могу разобрать, кто это. Это Максим Осипов. И против него, по всей видимости, Роман Горбунов. Ничего себе, здесь Горбунов вколачивает просто Осипову раз за разом справа, с правой руки. Но Осипов тоже старается ответить. Вообще, Максим Осипов вполне может подраться. Он это доказывал еще в нижегородском торпедо. Вот так вот у нас яркий матч начинается. Нет голов, немного моментов, но уже есть драка. Ну, по крайней мере, порадовали болельщиков.